да-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 
А он глотал этот виски, смотрел в окошко вагона, ушел в чужие заботы и затонул в делах, занес ее в черный список, порвал ее телефоны и удалил ее фото со своего стола. Она была где-то рядом, она была рядом где-то, писала странные письма, ходила под дождем и забывала свой зонтик. И зонтик плыл над планетой, такой зеленый в горошек, похожий на нее. Хотелось согреться, войти в свои Палестины, услышать голос и только вернуться вновь туда. И он схватился за сердце, потом схватился за горло и лег на полку вагона и затворил уста. И разве кто мог подумать над ситуацией частной в такой огромной вселенной хотя бы подал знак? Не видеть долго друг друга бывает очень опасно, бывает даже смертельно. Но кто же это знал? Не видеть долго друг друга бывает очень опасно, бывает даже смертельно. Но кто же это знал? Та-и-да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